домашних животных провозглашен в далеком 1931 году. Идея об учреждении данного праздника была озвучена на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы. Девизом этого дня стали слова маленького принца: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил». В ветеринарной клинике «Четыре лапы» животных должны лечить. Но так получилось, что пациенты остаются там жить. Сейчас в своеобразном приюте 11 животных, 2 собаки, 5 кошек и котята. У каждого питомца своя история, в основном грустная. Но хочется надеяться, что счастливым исходом. В клинике они нашли временный приют. Ухаживать за животными докторам помогают волонтеры. Но клетка не заменит уютный дом. Доктора клиники приглашают чебоксарцев присмотреть себе питомца, чтобы в этот праздник в следующем году встретить вместе. Эту кису нам привели, привела девушка, спасла от собак. Собаки, ну, напали на нее, к нам она сюда привела, мы осмотрели, явных травм не увидели, ну и в итоге пристраиваем ее. Обработали от глистов, от блошек обработали, и пристраивается бездомная маленькая кошечка хорошенькая.